Главный тренер баскетбольного клуба «Химик» Виталий Степановский, игрок Андрей Иванович. Андрей, пожалуйста, ваш краткий комментарий матча. Ну, в первую очередь скажу, что мы вышли не очень энергичные, проиграли подбор, получается, но пропустили легкие мячи и не справились с большими. Вот. Ну, впереди еще игра, посмотрим, что можно поменять, что подготовить новое, и будем играть, бороться. Спасибо. Тренер, пожалуйста, куда делась энергия уже на старте? Если Андрею, что не хватило энергии. В первую очередь хочу сказать о том, что плохо начали, и это самый большой ключ. Потом уже было очень сложно вернуться с такой большой разницей. Как сказать, что в субботу? Работать над ошибками. Спасибо. Пожалуйста.